Сейчас я иду по улице с самым звучным космическим названием – улице Юрия Гагарина, первого космонавта СССР и мира, ставшего символом развития советской авиации и науки в целом. Прославленный летчик-космонавт стал легендой и образцом для подражания не только для советских граждан, но и для многих жителей других стран мира. Имя Юрия Гагарина улица получила не случайно. В ее западной части, в поселке имени Урицкого, с середины 1930-х годов селились специалисты 124-го авиазавода, конструкторы, летчики. Во время войны в поселке имени Урицкого жили авиаконструктор Петляков, конструктор Королев, инженер Глушко. После войны на улице Гагарина жил генерал авиации в отставке Василий Сталин. Раньше улица называлась 11-й Союзной, но 12 апреля 1961 года круто изменилась жизнь не только Советского Союза, но и улицы. Ее переименовали. В разные годы на улице Гагарина проживали государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, писатель Мунир Музунов, профессор КАИ Владимир Бердников, писатель Самат Шакиров и многие другие.